новая рулетка. Ну как новая? Скорее всего, очередная. Дело в том, что они будут постоянно обновляться, и к этому пора уже привыкать. Да, я думаю, что мы уже привыкли. Главный приз ВЗ-114. Это тяжелый танк, китайский, девятка, коллекционная машина. Что машина собой представляет, посмотрим по ее ТТХ. Ну а что касается самой рулетки, то необходимо понимать, что для того, чтобы забрать полностью все из рулетки, вам придется 11 раз ее крутнуть и потратить целых 22 405 золота. Это реально очень дорого. Если вы прям совсем фартовый чувак и заберете машину, дойдя, допустим, до 9 левела, то вам машина со всеми плюшками обойдется в 13 905. Ну, в принципе, 14 тысяч округляя. Вроде бы как бы и не сильно дорого, но все-таки, ребят, это 9 левел, и вы получаете себе машину без обвеса выскочка и без камуфляжа. Почему говорю именно так? Да потому что самые низкие проценты и шансы выпадения, соответственно, данных призов, это 0.08 по машине, 0.45 по выскочке и 0.08 по камуфляжу. То есть, логично будет предположить, что если вы будете крутить рулетку, то в первую очередь вам будет выпадать то, что с максимальным процентом выпадения. И даже если вы дошли до 9 левела, то на 9 прокруте у вас будет шанс выбить себе одно из трех. Либо ВЗ, либо выскочку, либо камуфляж. Поэтому, если на 9 вы заберете машину за 14 тысяч неполных, то, соответственно, без выскочки и без камуфляжа. При этом всем, ребят, в магазине есть предложение за 10 тысяч на 9 уровень на премиумную машину, барабанную, да, пускай не супер крутую, да, пускай часто попадающую к десяткам, но в то же время, ребят, в очень хорошей комплектации. Там есть и легендарный камуфляж, и куча всякой всячины. Здесь из ценного, реально ценного, есть помимо машины ее великолепный внешний вид в виде камо, который в принципе машину неплохо украшает, вопросов нет, в китайском стиле, две висюльки на стволе и развивающиеся красные ленты. Но, ребят, как я уже сказал, с высокой долей вероятности вы это сможете получить, и ваша машина будет выглядеть именно так, только если прокрутите рулетку либо на 19400, либо вообще на 22400. А это действительно крайне-крайне много. Что касается X5, то я бы сказал, что если первые три вот эти вот штуки самых важных отбросить, то это следующий самый ценный приз. Но опять-таки, стоит ли отдавать столько голды за то, чтобы получить себе X5? Не знаю. Тут уже вопрос к вашему карману и, в принципе, к тому, насколько сильно вы гоняетесь за экстремальными ощущениями и насколько вам необходим адреналин в вашей жизни. Что касается брони по машине, то, как видите, машина плюс-минус забронирована. Я не буду говорить о том, что у меня есть предположение, что она в бою крайне плохо играться будет. Я думаю, что она будет неплохо играться с учетом хороших УВНов, с учетом того, что от башни можно будет неплохо отыгрывать вот этой вот броней и хорошей приведенкой по щекам, но больше чем уверен, что будут бить в комбашню, в которой брони практически нет. Здесь 186, и для девяток это не есть абсолютно преграда. Для многих восьмерок это преградой не станет, ну а для десяток так уж тем более. Что касается нижнего бронелиста, он тоже меня довольно-таки смущает. Здесь с приведенкой 225, в какой-то там проекции я смог этот момент поймать. В основном в районе 220, ну а без приведенки то вообще в принципе 140. Что касается бортов, здесь особо пугать нечем. Да, тут есть вот эти вот экраны, но это так чисто для красоты. Ну и соответственно корма картон картоном. Да в принципе ничего такого там специфического и супер удивляющего я лично по броне здесь не нашел, ровно как и чего-то, что изначально просто-таки отталкивает от данной машины. Что касается, ребят, сравнения с другими. Я выбрал к сравнению для ВЗ-114 50 ТП, Фейса, Толяна нового и Кампфпанзера 70. Хотя, по большому счету, Фейса отсюда можно убрать, потому что обладает данной машиной малое количество игроков, и просто так вы его никогда не получите, по крайней мере в ближайшее время. Если оставить всех вот этих вот товарищей, кто-то задаст мне вопрос, а почему ты не поставил К-91, допустим, или того же самого объекта 752-го? Дело в том, что и тот, и другой являются барабанными орудиями в игре на 9 уровне, и их нельзя сравнивать с цикличными орудиями. Ну, просто по определению это ненормально будет, если вы будете сравнивать, не знаю, там, какой-нибудь Ланос и бортовую Газель. Ну, то есть это абсолютно разные автомобили, то же самое касается и наших с вами танков. Что касается сравнения все-таки с теми ребятами, которых я выбрал. Здесь существенно провисает ДПМ, это меня очень сильно смущает. Что касается
Альфы, да, здесь вопросов нет, действительно нормально, окей, 470 по сравнению с тем же самым 50 ТП или Сталином существенно лучше. Но опять-таки, в чем-то хуже, допустим, чем у Kampfpanzer 70. Кто-то скажет, Kampfpanzer 70 перезаряжается год. Окей, вопросов нет, он перезаряжается целых 15 секунд. Но ВЗ-шка перезаряжается 13 секунд. 2 секунды разницы, да, согласен, это существенно. Но если вы посмотрите на 50 ТП и на Толина, то поймете, что бывает и куда лучше, куда интересней. Что касается, ребят, пробоя, да, пробой супер, 254 по сравнению с одноклассниками, ну прям обалденный показатель. Но не одним пробоем сыт будешь, да и в конце концов, если пробоя тебе не хватает, у тебя всегда есть с собой голда, у тебя всегда есть возможность поставить соответствующее оборудование на машину и поднять пробой. В принципе, я так понимаю, что особо не теряя, потому что если здесь вы поставите себе на пробой, то, соответственно, вы потеряете в ДПМе довольно-таки существенно. А вот если вы поставите на пробой, допустим, у того же 50 ТП, то здесь вы будете ноздря в ноздрю по ДПМу с ВЗ-114, но при этом будете иметь пробой даже лучше, чем у него. Короче говоря, ребят, одним вот этим вот показателем пробоя, как я уже сказал, сыт явно не будешь. В том числе, меня еще смущает скорость данной машины. И, в принципе, это существенно, потому что тяжелый танк, и хотелось бы на нем передвигаться не как улитка жопой вперед, а все-таки ездить по карте. Здесь 32 скорость против 36 у нового нашего Толяна, против Kampfpanzer 70, который имеет 40, и я лично считаю данную машину не сильно бодрой и не супер подвижной, а здесь всего лишь 32, то есть машина будет еще менее подвижна. И я не знаю, честно говоря, насколько это приятно и насколько это интересно. Я ради интереса посмотрел, что будет, если взять, допустим, проходного, где ты у нас тут делся, понерфленного нашего товарища Тайпа 71, и посмотрите на его подвижность. Кто-то говорит о том, что на Тайпе 71 невозможно на сегодняшний день ездить, потому что он еле передвигается. Так у него скорость 37, а у ВЗ-шки 114 32, то есть на 5 меньше. Короче говоря, ребят, вот эта вот цифра по подвижности меня просто-таки не то что смущает, она, ну, в ужас меня ввергает в какой-то. Ну и что касается, ребят, процента по победам, то обратите внимание, что 56% это ниже, чем у, допустим, Толяна, но все-таки Толян только появился и мало кто себе из обычных игроков взял его. 60 ТП большее количество игроков катало, и у них 60%, ой, господи, 620 игроков катало, и у них 60% побед. И это существенная разница. Провисает, безусловно, Kampfpanzer 70, и здесь огромное количество игроков, 2800, что говорит о том, что данную машину катают все, кому не лень, все, кто смогли ее себе купить. И обратите внимание, что здесь более-менее ровная статистика. А здесь статистика танцует, в принципе, как пьяные на дискотеке. Поэтому сказать о том, что эти 56% надолго сохранятся, я лично не могу. Вот исходя из всех вот этих вот мелких нюансов, у меня лично складывается следующая картина. Я бы заплатил за данную машину, положа руку на сердце, не более 12 тысяч золота. Это с учетом того, что мне бы еще дали к этой машине каких-то плюшек, типа, допустим, того же самого камуфляжа. Да, бог с ним там, с выскочкой, но, допустим, легендарный камо я бы, допустим, запросил за 12 косарей. Ну, просто лишь исходя из того, что на продаже есть К-91, который со всеми плюшками продают за 10 тысяч, машина вполне играбельная, и в эти 10 тысяч вы получаете себе еще дополнительно приказ, из которого вы можете получить 3 контейнера и хоть какую-то вероятность еще что-нибудь заполучить. Вы получаете X5, которое можно классно реализовать на данной машине, и вы получаете ее легендарный внешний вид. А там же легендарного внешнего вида на ВЗ-шку вы однозначно не получите, если не прокрутите рулетку практически полностью, ну или вообще полностью не закроете вопрос по рулетке. Вот такая вот правда по рулетке от меня. Если вы со мной согласны, пишите в комментариях. Если вы со мной не согласны и хотите возразить, обязательно тоже об этом пишите. Но только обосновывайте свое мнение, а не просто вот если бы ты покрутил. Я уже крутил эти рулетки, я слил достаточное количество голды, чтобы убедиться, что лично в моем случае я чувак не фартовый в этом отношении, мне лучше не крутить. Я лучше зайду в магазин и куплю конкретную машину, которая меня интересует. Ну а на данный момент у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно пишите комменты. Ну и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока!